Хорошо. Теперь, если говорить о Латинской Америке, об Испании, еще можно сказать о такой интересной группе евреев, это мараны. Вы все слышали, может быть, такое название, да? Мараны. Да, и обычно еврейские ортодоксы говорят, что это евреи, которые насильственно приняли христианство. Может быть и так. Но некоторые мараны приняли христианство добровольно, и причем принятие христианства не мешало им жить как евреи. История Испании примерно такова. Вот. Первоначально, вы помните, Испания находилась под римским владычеством, да? Когда Римская империя пала, где-то 5-6 век, в Испанию пришли вандалы. Если вам интересно, это, то о вандалах у меня есть статья. Некоторые говорят, что это были славяне. Вслед за вандалами пришли готы. Готы хорошо относились к евреям, и многие евреи поселились с большим удовольствием в Испании. Некоторые жили там во времена Римской империи, некоторые пришли уже туда в средние века. Причем готские короли терпимо относились к евреям, и многие из них делали специальные еврейские города, поселения, и освобождали евреев от налогов, чтобы евреи занимались торговлей и тем самым поднимали экономику страны. В результате в Испании наступило, как говорят, такое примерно золотое тысячелетие. Но оно продолжалось примерно с 600 года по 1592 год. Да, с 600 по 1600 год. И когда ислам пришел в Испанию, Испания оказалась раздроблена на множество разных: Кордова, Андалузия, Галиция, испанская, да, Галисия. Вот, и два маленьких только государства, Леон и Кастилия, остались христианскими. Они находились в горах на севере, поэтому просто до них не дошли арабы. И те арабы, которые находились в то время в Испании, и знаменитый Кордовский халифат, хорошо относились к евреям. Они не были исламистами, как вот теперешним, фанатиками. Я вот недавно посмотрел интересный фильм «Судьба», который показывался, как вот эти фанатики пришли к власти. Когда пришла там к власти другая династия, евреям стало жить плохо. Но до этого евреи, христиане и мусульмане жили вполне мирно. В Леоне и Кастилии иногда евреи преследовали, но и то. Был даже случай, Эстерка одна стала королевой. Вот, король, я не помню, или Леона, или Кастилии, он взял ее жены, и с тех пор в испанских королях текла еврейская кровь. И потом началась знаменитая реконкиста. Помните, реконкиста, перезавоевание, да? Перезавоевание. Леон и Кастилия объединились посредством династического брака. Королева Изабелла и Фердинанд, они женились друг на друге. И королева Изабелла дала обещание, что она не будет ни мыться, ни менять сорочку до тех пор, пока последний мавр не покинет Испанию. Война продолжалась 18 лет. Ее белоснежная сорочка стала такого блекло-кремового цвета, и теперь этот цвет называется «А-ля Изабелла» в Испании. И когда они отвоевали всю Испанию у мавров, тоже, опять-таки, не без помощи евреев, потому что мавританские правители уже начали гонения на евреев, и евреи стали финансово помогать христианским государствам. Это была их ошибка. Затем нужно было как-то объединить эту Испанию. Да? А в Испании три религии. Христианство, иудаизм и мусульманство. И должна была остаться только одна религия и только один народ. Но до этого евреи очень неплохо жили. Это было удивительное время, когда христиане не только общались с евреями, христиане в субботу ходили в синагогу, чтобы послушать какого-то интересного раввина. Евреи совершенно добровольно ходили в христианские храмы, чтобы послушать там, соответственно, хорошего христианского проповедника.
Евреи-христиане становились посаженными отцами во время обрезания своих друзей евреев, иудеев, да? Евреи-иудеи становились, не переходя в иудаизм, крестными отцами евреев-христиан. Я обнаружил где-то около 1380 года удивительную вещь. Там сказано, что судили одного еврея не за то, что он еврей, а за то, что он, будучи в католическом христианском храме, на Пасху, во время ночного бдения, там, где христиане и христианки танцевали вместе с евреями, там еврейские танцы, эти испанские танцы вы знаете, можете себе представить, как они там танцевали на Пасху. Ну, и этот бедный еврей двинул ногой по иконостасу, и иконы посыпались. Вот за это его и судили, за неуважение к иконам. Но можете себе представить, какое это было общение, какое это было поклонение? А? Удивительно, да? Удивительно. Поэтому я было где-то около 80 тысяч евреев, которые совершенно добровольно перешли в христианство. Но когда королева Изабелла и Фердинанд завоевали всю Испанию, их заставили переходить насильственным путем. То есть их поставили перед выбором. Либо вы станете христианами, да, либо мы вас всех выгоним. И это изгнание произошло в 1495 году, не 1500, отметьте, а в 1492 году. О, точно. В 1492 году буквально должны были в тот день евреи выселить из Испании, 1492 год, еще раз повторяю, да, в тот день выселить евреев в Испании, это как раз было на 9 ава того года, и Христофор Колумб, который, как многие считают, был еврей, настоящая его фамилия Колон. Колон – это означает житель города Кельна. Христофор, естественно, имя он получил, несущий крест, да, при крещении. Его считают генуэзцем, потому что он жил в Гене. Интересная связь, да? Германия, Гены, Испания. Жил он в Гене. Генуе он был женат на еврейке. И сын его кто был? Еврей, естественно. Тут уже сомнений нет. Он переписывался со своим сыном, хотя и сын тоже крещенный, естественно, еврей был. Он переписывался со своим сыном, используя еврейские буквы и еврейские сокращения, там типа тайнописи было. И у него тоже, даже на дневниках Колумба, есть много очень записей на иврите и ладино. То есть такие вещи. И Бог дал выход для евреев. Куда? В Америку, правда? Когда евреи начали приезжать, кстати, много было еврейских пиратов. Не все евреи добровольно приняли изгнание. Многие начали мстить испанской короне. И впоследствии среди пиратов были удивительные вещи. Даже пираты не евреи. Писали свои договоры, ну, типа как вот ивритах, еврейскими буквами. Значит, там было немало людей, которые знали иврит. На пиратских кораблях утро начиналось с молитвы «Шма Исраэль». «Шма Исраэль», «Адонай Элогейну», «Адонай Эхад». Вот. И почему? Знаете, многие не были евреями. Но когда они видели, какая удача сопутствует еврейским пиратам, они начали это принимать. Да, еще удивительные вещи. Когда Колумб плыл в Америку, у них даже чуть ли не начался бунт, потому что они долго не видели земли. И вот начинается, у них стоят корабли, полный штиль, и начинается молитва «Коль не дрей». Сначала на одном корабле, потом на другом, потому что там много было евреев. В частности, даже такие, как гусманы, роды, это испанские дворяне, гусманы, да, франко, испанские дворяне, которые еврейские корни хорошие имеют, и так далее. И вот такая удивительная вещь. И после того, как они испели эту молитву, ветер
подул в сторону Америки. Да? На Рош-Ашана поют молитву Калиндрей. Как только молитва кончилась, ветер подул в сторону Америки. И ровно на Суккот вперед смотрящий с бочки своего корабля увидел, знаете что? Пальмовую ветвь. И это было точно на Суккот. Бог даже так распорядился. Поэтому многие евреи ринулись в Америку. И евреев, естественно, из Испании не хотели выпускать. Потому что инквизиция за евреев взялась очень круто. Их не хотели выпускать из Испании. Некоторые так и не получили визу в Америку. В частности, Дон Мигуэль Сервантес, вот, который был героем взятия Малаги, и у него, помните, была рука ранена, и который потом стал автором Дона Кихота. Его не пустили в Америку, потому что у него были еврейские корни. В Испании начались жуткие гонения. Сначала выискивали тех, которые евреи. Несмотря на то, что они принимали христианство, их заставляли каяться, проходить унизительные различные вещи. Соседи на них доносили, если кто-то не ел свинину, значит, первый кандидат. Если смотрели, в субботу где-то не горит, дым не идет из трубы, значит, еще. Если где-то свечи зажигает, опять. Поэтому у Маранова развилась такая интересная традиция. У них перед субботой зажигает одну свечку, но перед зеркалом. Правда, интересно? А вы смотрели фильм «День гнева»? Кто смотрел фильм? Я хотел, чтобы вы посмотрели. Фильм, конечно, там местами кровожадный, но очень интересный. Начинается с того, что в город прибывает новый губернатор. И этот новый губернатор вызывает своего родственника, там, по-моему, племянник, начальника полиции. И начинает в городе происходить ряд загадочных убийств. И этот начальник полиции начинает их раскручивать. Оказалось, что там два еврейских клана, они владели один одной половиной списка евреев, другой второй половиной списка евреев. Вот. И, короче, когда нашли эти списки, то оказалось, что евреем был этот начальник полиции, евреем был этот губернатор, евреем был глава инквизиции, и, короче, все они там были евреи, кроме одного единственного проповедника, католического священника, который каждое воскресенье провозглашал: «Кто виноват в том, что распяли Иисуса?» Евреи, конечно, евреи. Понимаете? Это был какой-то ужас, вот как сталинские репрессии, да, только это продолжалось где-то лет 400. Это был действительно страшный ужас. Сначала евреев, полуевреев, четверть евреев, 16-ю долю евреев, и уже были до того, что доходили списки 32-ю долю евреев. Можете себе представить, да? Я вам говорил, 30 тысяч человек только было сожжено, и где-то около 300 тысяч погибло в различных репрессиях, от пыток, от казней, потому что там еще, кроме сожжения, практиковалось удушение гороты удавкой, и еще разные другие виды казни. И когда еврейские пираты обосновались в Латинской Америке, вы знаете остров Ямайка, Ямайка, да-да-да-да-да. Так вот, остров Ямайка был взят еврейскими пиратами и передан английской короне. Многие пираты знаменитые имели еврейские корни. В частности, Морганы тоже. И возникло несколько еврейских государств. Одно еврейское государство возникло на Гаити. Там было много беглых негров. И были евреи-пираты, которые там высадились. И вот эти беглые негры, потомки индейцев, евреи, они сделали свою Тору. Они читали молитвы еврейские, исповедовали иудаизм. Другая группа высадилась в Латинской Америке, на побережье Мексики. И немало сейчас потомков мексиканцев считают себя евреями. И 23 человека бежали на одном корабле из Испании. И их перехватили голландцы.
эти люди попросили убежище от испанской инквизиции. Их отправили в голландскую колонию Нью-Амстердам, Новый Амстердам. Да, которая позднее, когда Англия отвоевала в Голландии эти колонии, был Нью-Йорк. Так евреи появились впервые в Соединенных Штатах Америки. Потом об истории евреев Соединенных Штатов Америки мы поговорим подробнее. Видите, какая интересная история, да? То есть, еще были иудействующие, плывшие на корабле «Мейфлауэр». Наиболее радикальное крыло протестантов, которые называли себя пуритане, преследовались англиканской церковью. Они решили создать свою колонию, где построят Царство Божие на земле. И они высадились на каком-то, забыл, как этот остров называется, кто вспомнит, Род-Айленд, по-моему. А? Да. В общем, они высадились на каком-то острове, купили землю у индейцев и решили основать там колонию. И первоначально они думали, что будут говорить на иврите. Ну, просто, знаете, им очень тяжело было еще учиться говорить на иврите и одновременно колонизовывать землю. Но это была первая из колоний английской, потом Соединенных Штатов Америки, откуда потом Соединенные Штаты Америки возникли. Вы знаете, что Соединенные Штаты Америки – самая еврейская страна в мире. Там живут больше евреев, чем в Израиле в настоящее время. Хорошо, продолжим наш обзор. Эфиопия. Эфиопия. Как евреи в Эфиопии называют? Фалаши. Фалаши. Слышали такое? Фалаши. Фалаши, филахи, да? Как крестьяне. И иудаизм, говорят про них в Эфиопии, еще во времена Соломона. Эфиопия в то время была открытой страной, не такой закрытой, замкнутой страной. Мы о ней потом поговорим. И первые императоры Эфиопии, просуществовавшие до 1965 года, они тоже, там было несколько династий, но они все имели еврейские корни и считают себя происходящие от царицы Савской и происходящие от Соломона. Да? Ну, естественно, что они евреи только по названию. Да? Но так как они довольно рано приняли иудаизм, у них нет некоторых еврейских праздников. Каких у них нет еврейских праздников? Пурима и Хануки, да? Потому что это было еще в то время. Ну, интересная история с ковчегом. Говорят, что ковчег до сих пор находится в Эфиопии. Есть много теорий о том, где сейчас находится ковчег. Говорят, что ковчег находится в Эфиопии. У них есть такой культ, причем и у христиан, табот. Это две таблички. Табуля, да? Одна табличка. Как две скрижали завета, их заворачивают в тряпочку, такую ткань красивую, как вот у евреев Тору носят, да, так вот эту, и носят на шествиях. Причем даже христиане, эфиопские христиане, в эфиопском христианстве очень много общего с еврейством. И как же они взялись, и как же ковчег мог попасть туда? Иеремия, есть несколько теорий. Одни говорят, что Иеремия спрятал ковчег под горой Мория, под храмовой горой. Говорят, что там даже где-то в каком-то месте трещина есть, и кровь Иисуса Христа туда пролилась, не знаю. Это тоже одна из версий журналистских. Но что интересно, если вы посмотрите, тот же пророк Иеремия пишет, довольно вам носить ковчег Завета на раменах своих. Рамен означает плечи. Как же, если во времена Иеремии находился в ковчег в храме, как же они могли носить на плечах? В том-то дело, что во времена Иеремии ковчега в храме уже не было. Ковчега в храме не было. Почему? Потому что царь Манасия, он поставил там идолы в храм. И священники убрали ковчег из храма. И когда напали уже, значит, вавилоняне, и храм был разрушен, в это время
Вы помните, куда Иеремию забрали вот эти люди? В Египет. В Египте, на острове Элефантина, это где-то в районе Асуанской, в теперешней плотине, был типа храм всех богов. И в том числе стоял еврейский храм, альтернативный храм. Один храм был разрушен, потом был храм восстановлен второй, потом был разрушен второй храм, но на острове Елефантина стоял альтернативный еврейский храм. Примерно до 300 года нашей эры. Уже нашей эры. Затем этот храм разгромили, и евреи по Нилу пошли к истокам Нила и так достигли озера Тан в Эфиопии. И предполагается, что ковчег там имеется. Дальше группа есть там раввинистического иудаизма. То есть есть фалаши, ранние иудеи, есть кеманты, иудеоязычники. То есть они имеют и осуществляют точно то служение, которое критиковали пророки в Израиле. Они поклоняются Богу Израиля, но служат на вершинах холмов и возле деревьев, точно как говорят это. И фалаши и кеманты, они переносят жертвы сейчас барашков. И, кстати, они не поддерживаются вот этой теории, что нельзя есть молоко с мясом. Они преспокойно едят молоко с мясом. Они не варят козленка в молоке, да, но преспокойно его едят с молочной пищей. Для них этого запрета нет. И вы знаете, раввины, когда уже в нашем веке, уже в 56-57 годах были массовые репортации в Израиль из Эфиопии, они не знали, что делать с этими фалашами. С одной стороны, они обрезанные и иудеи, но с другой стороны, они не раввинистические иудеи. Решили, что им надо типа второе обрезание сделать. У головки щена делать небольшую ранку наколоть. Если капелька крови вышла, значит, они уже считаются полноценными евреями, полноценными иудеями. То есть, видите, такие возникают у них различные проблемы. Кого считать евреев? Даже раввинистический иудаизм не признает евреев реформаторских, которые приезжают из Соединенных Штатов Америки. Хотя таковых мало приезжает. Вот. Я еще, может быть, расскажу вам о нашей стране, да, России, Украине, о тех евреях, которые здесь оказались. И это очень тоже интересная история, просто как для примера влияния еврейства и еврейской культуры. Вот здесь есть у меня некоторые материалы, подобранные по этому вопросу. Это, опять-таки, да, кого мы будем считать евреями. Значит, есть некоторые интересные исследования. Вы знаете, слышали про Садко? Да. Вот Садко, по мнению одного из историков Ксельрода, считают, что можно причислить к евреям. Почему? Садко происходит от слова садок. Да? Садок. Садок кто? Цадик. Цадик. Слово садко, имя садок еврейского происхождения. Цадик справедливый. Что указывает на влияние либо еврейской культуры, либо на то, что он сам был еврей. То, что евреи были торговые народом, да, и в то время уже существовало Ганза, то есть еврейское торговое объединение, поэтому садок вполне мог быть цадиком. Да, кстати, вы читали сказку Гауфа «Халиф Аист»? Да? А знаете, как начинается эта сказка? Какие первые слова этой сказки? «Халиф Хасид благодушествовал лежа на диване». И история Цадка, Садока, Садко очень похожа на историю какого пророка еврейского? Ионы, правда?
он, как Иона, был брошен в море и попал к морскому царю, правда, и так далее. Вы помните, я говорил вам о хазарах, да, будем подробнее говорить, хазарах, которые стали позднее караимы именоваться. Вот, это тюркский народ, принявший иудаизм в 700 году нашей эры. И вот американско-украинский востоковед, профессор Гарвардского университета, директор Украинской академии наук Амелиан Прицак, когда изучал деятельность прозелитов хазари, он обнаружил интересные вещи о Добрыне и о Владимире Красное Солнышко. Да? Дело в том, что некоторое время хазары владычествовали Киевом, да? Над Киевом. И там образовалась очень большая группа как евреев, так и тюрков, иудеев, а также даже те многие славяне добровольно приняли иудаизм. Вот такая была обстановка в Киеве в то время. И только в 1113 году, отметьте, запишите дату, ее легко запомнить, да? Вот, 1113, три единицы, да, и тройка, три единицы и тройка. Евреи были изгнаны из Киева, и они с территории Украины пошли в Западную Украину, где гонений на евреев не было, и послужило одно из начал образования вот этого очага. И там евреи многие были, какие евреи? Потомки Авраама. Или не потомки Авраама? Не потомки Авраама, да. Вы знаете, что Украина была первой страной, которая приняла закон об изгнании евреев. Через 100 лет Англия, еще через 100 лет Франция, еще через 100 лет Испания. И вот этот академик, изучая повести временных лет по второму лавиантийскому списку, датированную 970 годом, нашел. В то время пришли новгородцы просить себе князя. И сказал Святослав, а кто бы пошел к нам? И сказал Добрыня, просите Владимира. Владимир же был от Малуши ключницы Ольгиной. Малуша же была сестрой Добрыни. А отец им был Малк-Любичанин. И приходился Добрыня дядей Владимиру. Значит, отец был Малк, дочь Малка, да? И сын Добрыни, да. Но дело в том, что интересно, что Малк — это чисто еврейское имя. Ну, мусульмане некоторыми пользуются именами, да? Авраам, Абрагам, да? Ибрагим. Допустим, Давид у них есть. Иосиф, Иисуф, да? Соломон. То есть, некоторые мусульмане пользуются еврейским именем. Но среди таких имен имя Малк нет. Нету среди христианских. Христиане тоже пользовались некоторые. Ну, сейчас в Америке принято, да. Если у нас Сара, так это, скорее всего, еврейка. Если это американка Сара, мы не знаем. Правда? Потому что это библейские имена. Но имя Малк, оказывается, это чисто еврейское имя. Видите, Малк был любичанин. Любич – это было, как бы сказать, ну, летняя резиденция, летний дворец, да, князей киевских. И дочка их была Малка, а Малка — это тоже женское производное от имени Малк и означает, доверите, что? Царица. Да, и от этой Малки, и в результате того, что Святослав с ней сошелся, не будучи в браке, родился князь Владимир. И знаете, что князя Владимира братья не любили. Они называли его презрительно Рабычич, сын рабыни. Я думаю, что они его называли жидиком, скорее всего. Это мое личное мнение. Вот, но они упрекали его в происхождении. Только в летописи, естественно, не попало жидовин. Потому что в свое время все, что касалось евреев, еврейской культуры, тщательно из русских летописей что делали? Изымали. Если князя Владимира мама была еврейка, то кто же был такой князь Владимир? Я думаю, что тоже был еврей. Правда, удивительно. Еще есть такие деятели русского православия. Вот один написал «Поучение к братьям». Его звали Лука Житята.
Лука «Жидята». Ну, где-то до 18 века слово «жид» это не было презрительным словом, это было нормальное название еврейской нации. Также сейчас по-польски. По-польски «жид» – это хорошо. «Еврей» – это уже оскорбительно звучит. Интересно, да? Вот. Да. Так что слово «жид» – это вполне нормальное, как говорится, слово. И мы говорили, что очень многие татары, да, татары, караимы были евреями. Вот тут интересно, я такую мысль. Достоевский, он сказал, что поскреби русского и получишь татарина. Но некоторые говорят, что тогда русские это грязные татары. Правда? Но в действительности, такие русские роды, это татарские роды, мусоргские, аксаковы, корсаковы, карамзины, бекетовы, тургеневы. Патриарх Никон, кстати, был черемисом. Это тоже уральский народ такой. Но если говорится, поскреби татарина, получишь еврея. Правда? Вот вы заметили, я уже вам показывал, что хасидские костюмы, они очень похожи на татарские. Говорят, что даже гефельте фиш возникла не из времени пребывания в Египте, а потому что татары жили в Астрахани, и там ели хорошую рыбу. И евреи там научились готовить фаршированную рыбу. Всякое говорят. Но генетически проверили, есть такая интересная книга, «13-е колено Израиля», что генетически действительно очень многие восточные евреи, ашкеназы, имеют татарскую кровь. У кого из вас вторая группа крови? Татары вы, ребята, татары. Знаете, чаще всего вторая группа крови связывается именно с монголоидным влиянием. Вот. Первая группа – это… Первая группа резус положительная бывает у грузин, у некоторых европейских народов. Цыганская группа, говорят, четвертая. Вот. Ну и казаки с татарами очень близкие казаки с татарами имеют отношение, да. Вот. Ну, третье я не знаю. Но есть определенные исследования. Есть определенные исследования по группам. Кроме этого, у меня вторая резус положительная. У жены моей вторая резус отрицательная. У нас конфликт резус. Получается вот такая вот интересная вещь. То есть, видите, и если говорить о татарах караимах, то есть о татарах иудея, да, то вы знаете, кто является потомками караимов? Известная балерина Ольга Павлова, маршал Советского Союза маршал Малиновский, а также Петр I. Знаете, что староверы говорили, жиды подменили-то нашего царя. А так и Петр I, оказывается, был евреем. Потому что Нарышкины это был караимский род. Я вот только в прошлом году об этом узнал. Я знал, что Нарышкины были татары, потому что я татарскими родословными интересуюсь, я своих там предков тоже ищу. Вот, но Нарышкины были, оказывается, караимами. Вот такие интересные вещи. Ну, про Багратиона я уже вам говорил. Вот, еще интересная личность был Петр Шафиров. Петр Шафиров. Он жил с 1669 по 1739 год. Был вице-канцлер, посол Его Царского Величества, сподвижник Петра I. Шафиров, Шапира, Шефнер. Это все одна и та же фамилия. Да, Шапира, Шафиров. И он крестился. Ну, я считаю, опять-таки, видите, Нахимова, скажут многие, тоже он не еврей, потому что он был крещенный. Вот Гитлер скажет, что он не еврей. Шафиров скажет, может быть, тоже не еврей, его дети не евреи, да? Но я сейчас говорю, видите, о родословных. Мы сейчас говорим о родословных. И это очень интересно, что Шафиров породнился через своих дочерей с самыми выдающимися семьями дворянскими России. Значит,
у Петра Шафирова и его жены Анны, которая тоже принадлежала к одному из еврейских кланов, вынужденных креститься, был сын Исай и четыре дочери – Анна, Марфа, Наталья и Екатерина. И кроме того, у Петра была внебрачная дочь Мария, которая получила урезанную фамилию – Фирова. Просто не Шафирова, а Фирова. Анна вышла замуж за князя Гагарина, Марфа – за князя Долгорукова, Наталья – за графа Головина, Екатерина – за князя Хованского. Вот так. Как мы говорим, Израиль поехал поручик Голицын, да? Корнет Абулецкий удрал Тель-Авив. Все кругом свои люди, да? Голицыны, Головины, Салтыковы. Вот. Мария вышла замуж за сенатора Салтыкова. Сын Исай, который был алкоголиком, женился на дочери ближайшего стольника царя Измайловых. В настоящее время потомки Петра Шафирова составляют свыше 1000 человек. Из них вот, фельдмаршал Голицын, все потомки Голицыны, а также Витте, помните, один из умнейших реформаторов, государственных деятелей России, поэт Вяземский, правнук Шафирова по линии Марфы. Дальше, на сводной сестре Вяземского, соответственно, правнучке Шафирова, был женат историк Карамзин. Внуком Карамзина и тоже потомка Шафирова был славянофил Самарин. Князь Трубецкой был прапраправнуком Шафирова. Кстати, про ляпсуса Трубецкого знаете историю? Когда писали Ильф и Петров свой знаменитый роман, они использовали реальные факты истории. Был такой один из последних князей Трубецких, который получил незадолго до революции огромнейшее состояние, в несколько миллионов рублей. И за 2 года он умудрился это состояние промотать. Сначала его считали на ненормального, непутевого, а потом жалели. Думали, завидовали. Я бы лучше так поступил. Потому что все богатые были разорены, а он сделался пролетарием. И ходил в союз писателей и выпрашивал постоянно у писателей техники. Вот это и был ляпсус Трубецкой. Но Трубецкие тоже, оказывается, еврейские корней. Знаменитый писатель Алексей Николаевич Толстой, потомок Екатерины Шафировой, другой потомок, начальник департамента полиции Лопухин. В этой же линии мы находим графа Строганова, Феликс Феликсович Юсупов, граф Суворокон Эльсто, один из убийц Распутина, тоже был потомком Шафирова по линии Екатерины. Одна из правнучек Шафирова от небрачной дочери Марии вышла замуж за Чичерина. И позднее, вы помните, Чичерин знаменитый дипломат, да? Тоже еврей, как оказывается. Но не только дворянские фамилии имеют такие корни еврейские. Значит, казаки и украинцы тоже многие имеют эти корни. Из известных людей своего времени внуком крещенного еврея был канцлер Екатерины II, светлейший князь и граф Священной Римской империи Безбородко. Казахские и украинские фамилии – Бараховичи, Мадзалевские, Мировичи, Нахименки, ставшие позднее Нахимовскими и Нахимовыми. Вот. Они тоже имеют еврейские корни. Причем многие шляхтичи тоже стали евреями. И говорили в 18 веке, писал очевидец, по всей Польше размножились порода неофитов, новообращенных, которые с прирожденной ловкостью и жадностью к шестерским преимуществам добиваются государственных должностей и приобретения имений в ущерб родовой шляхты. Это было написано в 1764 году. Что же тогда происходило? Один человек, которого звали Яков бен Лейб Франк. Франк – это Франко, Франко. Это, да, маранская, да, еврейская фамилия. Естественно, с Сефарда они эмигрировали на восток, да, в Львовскую область. А это местность, к чему тогда принадлежала. Речь Посполитой Польши, да? А затем отошла к какой?
части Австрии. И Франко принял католичество, потому что Франко обратился вначале, он повторил, он тоже был лже-мессия, но помните, если Сабатай Цви, к кому он обратился? К турецкому султану, да? То Франко поехал к императрице австрийской. И он принял католичество. И его последователи приняли католичество. Одна из таких фамилий были Мицкевичи. Адам Мицкевич, которого все считают своим поэтом, поляки считают своим поэтом, белорусы считают своим поэтом, вполне справедливо, еврей был. Но про Пушкина вы тоже знаете, да, насчет Ганнибала. Через негра Ганнибала Эфиопа тоже Пушкины евреи. Да, сыном одной из последователей Франко был великий польский поэт Адам Мицкевич, и из семьи франскистов также вышел Шопен, композитор Шопен. О Петре Первом я уже говорил, что ходили такие слухи, что он жидовин из колена Дана. В 1931 году в Германии вышла одна из книг, и там были выдающиеся люди с еврейскими корнями и еврейской вечностью. И была фотография с типичной еврейской внешностью. Этого поэта звали Михаил Юрьевич Лермонтов. По отцу он был шотландец, а по матери потомок Матвея Евреинова. И родственник он Шафирова, Альберта Эйнштейна, Спинозы, Цвейга и Чарли Чаплина. В Англии в те времена, 18-й, уже 19-й век, многие евреи становились пэрами и лордами. В частности, если вы помните, знаменитый был такой с итальянской фамилией, как его, сионист. Ладно, потом вспомню. В общем, и Чаплины, Спенсеры, они имеют еврейские корни. Чаплин Спенсером был. Чарли Чаплин, а кто еще? Принцесса из Спенсера и принцесса Диана. И есть еще вторая ветвь, по которой королевская фамилия Ганноверской династии, королева Виктория, ее звали Генриетта, она была немка. Ей, по-моему, было 13 или 14 лет, когда она стала королевой. Виктория, ей придумали псевдоним для того, чтобы было звучно для англичан. Вот, и у нее были еврейские корни. И современные наследники престола, да, и не имеют еврейские корни и по одной линии, и по другой линии. Хорошо. Ну что?